1 квітня поточного року в Україні почали діяти нові тарифи на житлово-комунальні послуги та енергоносії. Згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, зросли тарифи на електроенергію, газ, тепло і гарячу воду. Підвищення тарифів на електроенергію, розраховане на 2 роки, відбуватиметься у 5 етапів, та до квітня 2017 року тариф для населення зросте у 3,5 рази. Тарифи на теплову енергію для потреб населення також зросли. З квітня ціна збільшилась майже на 72%. Але найбільш відчутно подорожчав природний газ, причому як для населення, так і для підприємств. Люди не сопоставляют вчерашние затраты с сегодняшними уже затратами, а не будем говорить даже о будущем. То есть, придя к нам отопительный сезон, да, какой-то вот этот период, мы начнем понимать, что на самом деле произошло и сколько нам нужно будет платить за ту или иную услугу. К сожалению, сегодня обнищание людей – это очевидный факт, с этим никуда не поделаешь, никуда не денешься. И тарифы для подавляющего большинства людей, конечно же, сегодня неподъемные. При этом, конечно, эта система оформления субсидий должна во многом облегчить жизнь людям. И насколько у меня сегодня есть данные, уже порядка 800 тысяч человек обратились, подали документы на оформление этих субсидий. И они действительно помогут тем людям, кто имеет небольшой уровень доходов, значительно облегчить себе жизнь. При этом, ну вот они есть совсем панацея, несмотря на оформление субсидий, в любом случае все тарифы, они должны иметь четкое экономическое обоснование. Перевірка економічної обґрунтованості суттєвого підвищення тарифів наразі триває і на державному, і на місцевому рівні. Недавно и президент инициировал проведение аудита на экономическую обоснованность. И даже вот есть ряд фактов, которые ну, у любого человека маломальские. Тут даже не надо иметь экономическое образование или какой-то опыт, чтобы понимать, что не всегда, не везде эти цифры, скажем так, состыковываются. И на местном уровне мы сейчас вот создана рабочая группа по проработке этого вопроса. Варто зазначити, що у тарифи закладені і втрати у мережах постачальних організацій. Вони знаходяться ну, не просто в ужасному, в якому-то катастрофічному стані. І ми маємо там приблизно 20-30% потерь по тепла по транспортировці до потребителя. Все це, опять же, закладається в тариф, і ми просто платимо за те, що ми греємо воздух. Чому не предпринимаються міри по модернізації цих сетей? Це дуже-очень важливий вопрос. Ну, скорее всего, в отсутствии финансов, так как у нас ТЭЦ предприятия аж бесприбыльные, у них в тарифе прибыль не указана. То есть они работают в ноль, по сути. Вот отсюда и все проблемы. На самом деле, еще пройдет лет 15-20, это бомба замедленного действия. Через 15-20 лет этих сетей может не остаться. Поки фахівці вивчають всі аспекти проблеми, перед пересічними громадянами постало питання, що робити далі. Звичайно, можна скористатись прикладами великих історичних діячів. Единственно правильный подход к этому великий Махатма Ганди предлагал еще более чем столетия назад, или 150 лет назад, да, когда ситуация была Индии, колония Великобритании. Мы просто не принимаем этот товар по такой цене. Да, то есть если представить себе, что хлеб завтра стал продаваться по 20 гривен, народ просто повернулся, и он его не покупает вообще. И тогда товаропроизводитель будет вынужден. Ведь опять-таки цены на коммунальные услуги, обращаем внимание, кому принадлежит сегодня облгаз, кому принадлежит сегодня другие энергогенерирующие компании, кто осуществляет коммунальные услуги. Да, где-то государство в каком-то проценте присутствует, но в основном-то все это частные, опять-таки частные фирмы. У світовій практиці вже відомі випадки подібних масових акцій. Обращаю ваше внимание на некоторые акции. Виключимо світ там на один час. Что это? Это откуда вообще взялась акция? Для того, чтобы сэкономить что-то? Или показать, это вообще акция появилась, по-моему, где-то в Европе или в Америке, показать генерирующим компаниям, что мы можем жить без электроэнергии, изменить и цену. Точно так же и здесь. Если представить себе, что народ ни в коем случае не бунтом, а вот такими акциями мы не пользуемся электроэнергией, допустим, целые сутки. Вы
Можете представить себе, что будет с нашими энергетическими компаниями? В какой-то момент они могут задуматься, действительно, если потребитель не пользуется вот так вот, у них возникает серьезная проблема, может, надо изменить тарифную позицию? Але зважаючи на ментальні особливості та певний природний індивідуалізм наших співгромадян, навряд чи варто очікувати справжньої масовості таких акцій. Більш реальним шляхом зменшення витрат на комунальні послуги є економія енергоресурсів і використання сучасних технологій та альтернативних джерел енергії. Желательно переходить, отходить от газа, то есть у кого есть возможности, желательно это делать. Ну не банально, опять же, твердотопливные котлы. Этот ресурс дерева, он тоже довольно-таки дорогой. То есть, если там все это детально просчитывать, то не очень такая там уже большая экономия. Государство говорит о том, что можно переходить на электроотопление. Да, там стимулирует как-то все это дело. Но электроотопление, оно по сути дороже, чем газ. У кого есть возможность, на сегодняшний день начинают активно применять тепловые насосы. Тепловые насосы, там уже, да, там реальная экономия, там экономия по соотношению к газу, по затраченным деньгам на отопление, может достигать 5 раз. Например, в Германии это очень сильно стимулируется государством, в Швеции очень сильно стимулируется государством. В Швеции, казалось бы, в северной стране 80% всех систем отопления основаны на тепловых насосах. Там идет стимуляция от государства. У нас государство это не стимулирует никаким образом. Разом з цим в Україні затверджена та реалізується державна програма енергоефективності. Вместе с государственными банками, это Укргазбанк и Укрексимбанк, значит, подписан меморандум совместно с фондами иностранными, различными, это включая фонд Фридриха Эрбера, значит, они подписали меморандум о сотрудничестве. Что это значит? То есть иностранные деньги, которые заходят в наше государство как помощь в энергосбережении и энергоэффективности, вместе со спифинансированием с державного бюджета направляется на в жилой фонд, то есть ОСМД, на ЖЭКи, кстати, не распространяется на сегодняшний день вот эта программа, то есть ОСМД, співвласники будинку, значит, обращаются в фонд с просьбой отримати кошти или там кредитные, или помощь какую-то консалтинговую в привлечении каких-то инвестиционных средств. То есть, грубо говоря, для утепления дома нужно там порядка 3-5 миллионов. Да? Это огромные деньги, люди не могут одномоментно их где-то взять или внести вот на свой счет в СНД. Поэтому этот фонд дает деньги под уменьшенные там кредитные ставки, то есть часть государства гасит. И плюс материалы гасятся на 20%, стоимость материалов оплачивается этим фондом, и стоимость работ тоже на 20%. Ощадний банк України також надає кредити для здійснення енергозберігаючих заходів. Є практика, що навіть не потрібно оформлювати, ну, потрібно оформити кредит, але буквально на один день для того, щоб сплатити, якщо у людини є повна сума для проведення енергозберігаючих заходів, вона може взяти кредит на один день, виплатити його, а держава в свою чергу компенсує відсотки не по кредиту, а за саме тіло кредиту. Тобто буде буквально фактичне здешевлення проведення цих всіх енергозберігаючих заходів. Однією з ефективних енергозберігаючих технологій є утеплення будівлі. Потери через крышу в доме составляют 11%, значит, если система вентиляции не работает, то 22%, значит, через окна 25% теряется тепла, значит, и стены 18%. То есть, грубым подсчетом, вот крыша и перекрытие, это у нас порядка там, 20% в среднем, 18%, ну пусть 15% это стены и 25% окна. То есть при проведении термомодернизации непосредственно, хотя мы оставим тот же теплоноситель, не будем ставить альтернативные источники энергии, мы можем получить там порядка 40-50% экономии легко. Нам байже дуже, скільки коштує енергоресурс, якщо ми за нього сплачуємо мало. Тобто, ми
твердження полягає в тому, що треба менше споживати цих енергоресурсів, щоб платити за них відповідно менше. Один із надієвіших шляхів досягнення цієї мети є проведення енергозберігаючих заходів. І найдієвішим це є утеплення будівлі. Із практики був розроблений проєкт і утеплена будівля без заміни системи опалення, без заміни котлу. І на наступний рік люди зекономили десь від 40 до 60% на опаленні. Так, воно треба понести значні, я вважаю, суми. Це десь близько 50 тисяч гривень буде коштувати, якщо брати будинок 150-200 квадратів. Але з різким подорожчанням енергоресурсів ефективність і компенсація цих витрат буде здійснена на протязі декількох років. Особливо актуальне утеплення для мешканців приватного сектору житла. Люди, которые живут в частных домах, будут потреблять газ в среднем по 7,20, без учета тех несчастных 200 кубов по 3,60. То люди, которые проживают в многоквартирных домах, для них, если это все пересчитать, опять же перевести в газ, то для них один кубометр газа на отопление через ТЭЦ или через теплокоммунэнерго будет стоить примерно 4 гривны 20 копеек. То есть они платят все равно меньше. Частным домам просто необходимо сейчас утепление. Утеплять, утеплять, утеплять. Чем больше денег будет потрачено на утепление, тем меньше вы будете потом платить за отопление в зимний период. Слід враховувати, що система заходів з енергозбереження і, зокрема, утеплення – річ не дешева. Тому варто зважено підходити до планування необхідних робіт. От у нас є якесь будівлення, ми можемо одразу все його теплоізолювати, але достатньо це будуть розходи, які реально може понести конкретний чоловік. Скоріше всього, що тут треба поступити по-другому. От ви почали говорити об енергоаудиті. Посмотрите, де, в які міста найбільше затратный с точки зрения использования теплоты. То есть где термическое сопротивление минимальное, то есть те участки, которые больше всего отдают теплоты в окружающую среду. И если только здесь провести вот это утепление, как вы называете, это, по сути говоря, установка дополнительной термической изоляции, то это уже будет хороший результат, но с меньшими средствами. И этот результат, он будет более приемлем для большинства жителей. Щоб визначити найбільш ефективний енергозберігаючий метод для кожного об'єкту, потрібна допомога фахівців, які здійснять енергоаудит проєкту. Енергоаудит – це комплекс мероприятий, направлений именно на то, щоб определити, в якому кількості затрачуються енергетичні ресурси для производства какого-нибудь конкретного продукта. То есть энергетический аудит определяет, сколько энергии тратится в бытовом уровне на отопление, сколько энергии тратится на производственные мощности, сколько энергии тратится на использование ресурсов, таких как вода, газ, и как в дальнейшем все это преобразуется в результат конечного продукта, то есть ту продукцию, которую делает предприятие. Крім того, для виконання робіт необхідно оформити цілий пакет дозвільних документів. Нужно паспорт фасада согласовать с городом, получить декларацию на начало работ, сдать объект потом в эксплуатацию. Кроме этого, нужно сделать эти работы. Сколько они стоят, люди не понимают. И найдя какого-то подрядчика, подрядную организацию, цена будет зависеть от аппетитов и каких-то какого-то административного, допустим, ресурсного предприятия. Ну, им же кормить как-то надо выживать, и люди не будут понимать, сколько это в действительности стоит. А в состав документов, которые необходимы для выполнения строительных работ, как раз входит проектная документация, да, и смета. То есть мы сформируем эту смету по государственным расценкам усредненным, да, на сегодняшний день. Это то, за сколько можно сделать эти работы. И люди уже будут опираться на конкретную цифру и условно торговаться с подрядной организацией, которую они будут привлекать. Зважаючи на вимоги часу, необхідність у спеціалістах з енергоменеджменту постійно зростає. Миколаївський національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова планує з наступного навчального року розпочати підготовку таких фахівців. По той інформації, яку нам дають городські і обласні руководителі,
они говорят, что потребность этой специальности есть. Готовить таких специалистов нужно, но снова-таки, если готовить их рационально, это надо знать, где конкретно они будут применены. То есть вот здесь вот вести так называемую обратную связь. На сегодняшний день мы ведем такую работу, она называется профориентационной, когда мы с руководителями предполагаемых предприятий, где будут работать наши специалисты, обсуждаем, как подготовить таких специалистов, чтобы, ну, знаете, как-то старая присказка, что забудь то, что тебя учили в институте, мы тебя будем учить по-новому на производстве, чтобы вот это как раз уже не соблюдалось. То есть мы хотим подготовить специалиста совместными усилиями. С одной стороны, значит, наш опыт, наша база, а с другой стороны, это практика на предприятии, где они будут работать. Навіть при максимальній оптимізації витрат на енергозберігаючі заходи, вартість проєктів все одно залишається досить високою для індивідуальних споживачів. На сьогоднішній день, навіть купити бытову установку Гелио – це достатньо затратно. В той же час, якщо це буде робити якийсь колектив, средства, які акумулюються, с последующим рациональным использованием этого, это будет более реально. Если же это будет уже не коллектив, а какая-то организация, предприятие, которое будет это использовать, это еще больше будет результат. А вообще такие, в общем-то, программы – это государственные или региональные. Вот на региональном уровне это уже действительно хороший шаг вперед. З початком нового опалювального сезону витрати на комунальні послуги значно зростуть. Тому турбуватись про зменшення плати за енергоресурси варто вже сьогодні. Здание ваше, ніхто за нього не побеспокоїться, крім вас. Якщо сьогодні не зробити максимально те, що можна, то платити будемо так, сьогодні так же, а завтра ще більше. І зможемо ли ми витягнути це, це великий вопрос. При тому, що якщо ми не витягнемо, то тогда государство, наверное, тоже этого не сможет сделать. То есть сегодня вот лето, до 15 октября у нас есть время что-то предпринять. Тот, кто предпримет, тот с начала отопительного сезона будет платить меньше и, может быть, вытянет ту плату, которая необходима.